Следующая пошла. Тут покупатели уже кое-что присмотрели. Напали на фигурки. Да. Распаковка еще не вышла, уже все продается вовсю. Всем привет. Сегодня продолжаем распаковку. Третья серия, да? Третья по счету будет распаковка, и еще тут на четвертую останется. У нас посетители сегодня. Да. Решили посмотреть, как это все происходит. Ну, на самом деле, все прозаично, но, тем не менее, интересно поглядеть, как всякие ценности выуживаем из коробки. Вот. Кто еще у нас? Александр сегодня в костюме Метроида. Вот, ну, и Сергей, наш бессменный оператор. Ну что, поехали? Поехали. Вскрываем. С самого большого начнем. Ну давай, что это такое интересное? Сам не знаю, я помню, что полгода прошло. Ничего себе коробочка. Может, это посылка в посылке тоже? Так, Horizon. Давай. Так, ну это Horizon однозначно. Так, тихонько. Это фигурка похожа. Бум. Часть осталась здесь. Это этот слон из этого, из игры. У тебя под заказ кто-то или ты просто? Нет, просто я не думал, что он такой здоровый. Куда теперь девать его? А, вот клешни у него тут, эти запасные. Да, гигантская штука. Еще вот одна рука. Хвост отдельно. Все, обратно уже не собрать. Пусть так остается. Так. Давай эту в сторонку. Вот так вот. Это фигурки, эти брелки из финалки. Брелки и просто фигурки. Упаковка в сложенном виде. Видать, чтоб не помялась. Ну да, а то бы коробочки-то не доехали. Транспортировки. Хотя они были, видишь, склеены и так. Любезно нам разорвали их, но их можно обратно будет склеить. Все. Короче, вот. Брелочки и фигурки. Это, здесь вся посылка, вот кстати, вся коробка с фигурками. Они шли отдельно, потому что на фигурке отдельные санкции. И они каким-то другим окольным путем идут. Приставки сами по себе, а на фигурке более жесткие санкции. Почему, не знаю. Чего вроде особенного, ничего такого нет. Ну, слава богу, доставка не дороже, а также стоит. Пошли, запечатай ее пока. Попробуй, закрой. Так, это Xenosaga 3. Такая вот. Как это, космос называется, по-моему, да? Я, честно говоря, не помню, как Ксеногирс мне нравилась. А Ксеносага как-то она такая уж очень масштабная была. Ну, выглядит эффектно. Да. Так. Ну,
Тоже ксеносага, но первая. PlayStation 2. Вся запакована. Ну, тут с игрой уже. Там просто фигурка, а здесь с игрой. Еще там мерч какой-то есть. Такой вот комплектик. И все, вот они заняли такую огромную коробку. Следующая пошла. Тут покупатели уже кое-что присмотрели. Напали на фигурки. Да. Распаковка еще не вышла, уже все продается вовсю. Бывало. На прошлой распаковке прям в процессе кимбоевский картридж у меня купили. Да, Серёжа? Так, диски для PlayStation. Persona 2. Persona 2, их две. Вот это Innocent Sin. А вторая Eternal Punishment. У меня их несколько человек заказали. Вот я постепенно выполняю заказы. Это первая часть. Первая Persona. Так, следующая. Разрывать придется. Как будто бы портативка какая-то там. Это лежит. Портативка, да. Все, кому не лень, когда-то выпускали портативки. Ну и Bandai тоже отметилась своей. WonderSwan называлась. Мы такую уже, кажется, видели. WonderSwan не первый раз у нас уже была. Ну тогда у нас не было игр для нее. Как, собственно, сейчас. Вот, ребят, игр опять нету. Ну, только включить ее попробуем. Вот такая симпатичная прозрачно-оранжевая консолька. И она была черно-белая, потом Color, и потом еще была Crystal, по-моему, называлась. Она там с ярким экраном была, со светящимся. Она самая дорогая. Это, конечно, тоже не дешево. Ну, там пакет документов лежит. В общем, вот такая апельсинка. Так. Это фамикомовское что-то. Мини. Слушай. Наверное. Супер фамиком. Но что-то я уже забыл. Так, запечатано. Запечатано. Это, короче... Вот он, Супер Фамиком, стандартная коробка, да? Но на самом деле там футболка лежит от Nintendo. И все? Да, футболка от Nintendo. Я ее приготовил. В этом году как бы 30 лет, как я работаю в этом, ну, в этом бизнесе. Так. Ну и я ее разыграю потом как-нибудь. Прикольно. А я думал, это Фамиком Мини, очень похоже. А коробка такая же, да, как у Фамиком Мини. Размер, правда, не знаю какой. Ну, не знаю. Людям, я думаю, тоже все равно будет. Главное поучаствовать. Как знаешь, в детстве ждешь, что мама тебе подарок принесет, а она тебе одежду приносит. Вот то же самое. Так. New Nintendo 3DS. Так. LL. Такая темно-серая. Она не черная, а темно-серая. Коробочки. Коробочки, да. И в родной этой, как, варежка, конвертик. Угу. Все хорошо. Все просто замечательно. Включается. Синий огонек горит, значит, включается. Так, здесь чего? В этом пакетике. Сейчас.
Вот они. Это АБ Фомикомы. Два. Три. На первом изделии всегда такой штрих-код наклеивают. Как в 12 стульев. Знаешь, там мы этой табличкой мы открываем партию стульев. Так и здесь. Вот. Джойстики где-то тоже в пути. Так, это то же самое. Еще 4. В общем, 8 штучек. 3 у меня уже забили. Оп. Так, пузырчатая масса. Пузырчатая масса. Здесь блоки питания для PlayStation 2. Они мне нужны постоянно. Вот я их заказал сразу 20 штук. Ты их и под Sega, и под PlayStation? Под Sega и под PlayStation. Их не всегда хватает. Бывают тушки отдельно. Как-то так. Дальше. Тут у нас сегодня крупные свертки все, да? Так, здесь PlayStation 2 и несколько игр. Это Yakuza 2. Dragon Quest 5. Ну, это японского региона, к сожалению, диски. Но, тем не менее. Резидентик Outbreak 1. Wing Eleven — это то же самое, что Pro Evolution Soccer, только японская версия. Pop and Music, что-то музыкальное, не знаю чего. И Формула 1, 5. Распродадим, думаю. Так, за недорого. Там более-менее дорогой это Resident, все остальное так. Приставка. Пенопластик. Кто-то погрыз. Фатка. Фатка. 15-я версия. 15-я модель. Бывала десятка, тридцатка, а это пятнашка. Так, что это значит? Ничего, просто. Десятки и пятнашки, у них вот здесь люка для жесткого диска нет. Здесь, знаешь, это открывался крышка, и туда жесткий диск. Здесь она вся полностью заполнена. Вот это вот открывается разъемчик. Вот эта фишка убирается, и туда вставляется внешний жесткий диск. Есть такой, продается для PlayStation 2. Он тоже похож вот на эту штуку, вот на этот корпус, только маленький. Вот такой, в половину приставки. Ну, получается, подсоединяется, обычный не поставишь, да? Только да, обычный не поставишь, только вот такой вот. Так. Едем дальше. Еще одна. Это 50-ка. Но я не буду, она примерно такая же, только 50-ка. Чем отличается? Вот там уже эта крышка люка есть. И тут еще игра Аладдин. Аладдин не тот, который бегает по пустыне, а тут игровой автомат нарисован. Казино какое-то. Казино, да. А ты не застал раньше, для Денди были картриджи Бонза? Да, застал. С казино. Застал. Они продавались там кем-то. Кто их распространял, не помню уже, но за призом приходили в магазин Денди. Реально был такой? Да, и требовали с нас приз. То есть можно было купить этот картридж, дома поиграть в казино, да. Проиграть деньги или выиграть деньги, прийти получить приз. Да, да. А за деньгами эта фирма отправляла в фирменные магазины Денди. Где их, мягко говоря, посылали просто. Так, где? Начало? Вот.
Это PlayStation 2, вот такого фатка, белого цвета. Вот смотри, карта памяти даже белая. Так, шнур. Документы. У меня человек из Сибири как раз просил белую. Пока ехал, я ему написал, что она едет. Вот, сама приставка. Выглядит очень красиво. Эффектно, да. Мне нравится. Слепит аж. Не хуже, чем та желтая, которая за 170 тысяч была. Да, которую сразу скупили на аукционе. Да, на аукционе, причем это... Я думал, за 120 там стартовая цена была. Я думал, это так за 120 уйдет, никому не надо будет. Нет, там ставки поднимали, ушла за 170. Ну, их, по-моему, что-то 666 штук, что ли, всего в мире. Поэтому охотится много людей за ними. Но я вчера еще на аукционе видел ярко-красную, такую же фатку, ярко-красную, крашеную. Но я ее не стал никуда выкладывать, потому что я уже наслушался с той желтой. Мне много лестных слов сказали, как будто это я ее продавал за 170. Ну, это очень узкая категория людей, которые их покупают. Которые ищут, причем еще не просто, вот, а долгое время ищут, многие года. Ну, прикинь, 600 там с чем-то штук на весь мир. Она выпущена в качестве рекламы автомобильной краски какой-то. Да, вот этой автомобильной краской желтой покрашена была. Желтых машин-то не так много. Опять посылка в посылке. Давай смотреть. Прям тут. Так, японская газетка. Что пишет там? Давай читать. Будете читать? Японские газеты. Здесь джойстики. О, сеговские. Сеговские. Трехкнопочные и шестикнопочные. Шестикнопочных мало, трехкнопочных много. Класс. Кнопочных уже половину у меня тоже пока ехали. Люди забронировали. А вот скажут люди, которые нас впервые смотрят. А вот зачем они нужны, если можно на Алиэкспрессе за 200 рублей такой же купить? Можно. Но качество немножко другое. Эти джойстики вечные. Вот им 30 лет. Ими сколько играли до этого. Они там пролежали, прохранились сколько. И еще 30 лет проработают. Крестовина не ломается у них? Нет. Ну, если пройтись катком, проехать, может, и отломишь, конечно. Это джойстики для PlayStation 4 мне попались, вроде бы, с виду новые, вроде. Вот такие, в азиатских коробках, маленького размера. Два белых, один красный. Ага, вдогонку еще немножко PSP-шек. Так, 3000-ная черная. 3000-ная серебристая. Такая есть уже. Была. А, была? Была. Привет, машут ребята, которые купили серебристую розовую. Как вы обозвали ее? Поросячья? Поросячьего цвета. Ну и фатка белая. Здесь диски для PlayStation 1. Так, это третий резидент. Второй резидент. И первый, режиссерская версия. Там, по-моему, на двух дисках должно быть. Да, диск первый, диск второй. Здесь как
реклама второго, что ли, идет? Как она? Не знаю. Там демо-версия второго. Демо-версия, да, реклама, говорят. Там Biohazard. Так. Так, Супер Фомиком, что-то... А, понял. Это кейс, такой вот чемоданчик для Супер Фомикома. Официальный нинтендовский чемодан. Немножко снаружи, да, пожелтел. Надо помыть, почистить его. Вообще пусто. Внутри он гораздо более серый, чем снаружи. Здесь такой лоток для джойстиков. Здесь для приставки. Все это закрывается. И можно транспортировать. Можно перфоратор туда положить. Да, самое нерациональное использование — положить туда перфоратор. Вверх. Сегодня опять без Вовы, к сожалению. Вот так вот получается у нас. Пусть в среду работает. Не хочет он? Удобно. Ну, надо будет, видимо, это поменяться им в следующий раз. Следующая распаковка, я надеюсь, будет еще. Какие-то посылки едут. Одна уже на таможне, кстати. Одна в море, одна готовится. Так, Александр. Хаба. И это все. Вся коробка заняла фомиковыми. Было такое выгодное предложение, от которого я не смог отказаться. 5 штук фомиковов. Ну, все открывать, наверное, смысла нет. Все они одинаковые. Почему вон те желтые, эти красные? Или они выгорели? А я давай вот так поверну. Теперь здесь красные, здесь желтые. Просто коробка разных цветов. А там синяя, там зеленая. Такой светофор. Такая гора коробок была. Чик-чик-чик-чик-чик. А видишь, ничего нет уже. Целую коробку заняли фомикомы. Их достал, и все, целой коробки нету. Сегодня крупные свертки. Когда много мелкого в одной коробке, конечно, долго. Но, видишь, опять какие коробки. Вот что это такое? PlayStation 2. А, опять ксеносага. То есть по всем ксеносагам у нас лимитки. По третьей просто фигурка, а первая и вторая там... Лимитированное издание. Но я не думал, что она такая огромная. Вообще. А что там? Просто фигурка? Или игра еще тоже? Ну, если бы фигурка, она бы тяжелая была. Вон Horizon, там прямо это увесистая была коробка. Давай посмотрим. Так, это игра. Visual Book. Это и диск. Артбук. Так, вот так вот. Раз. И вот там вот фигурки. Космос. Это самодевушка, это коробка передач какая-то вон. И это космолет. Кто играет, видимо, знает.
Там на обложке нарисовано. На обложке у игры как раз вот этот вот космолет нарисован. Ну, мотоцикл. Не знаю, как правильно назвать. Да? Вон он. Да-да-да. Угу. Вот какая красота. Ну, зачем в такую огромную коробку класть? Так, дальше. Это не все еще. Так, нам нужен Кирилл вообще сюда. Какой-то чемодан, посвященный Final Fantasy. Если встать перед зеркалом и говорить Final Fantasy три раза, и три раза сказать Resident Evil, появится Кирилл и заберет тебя. Куда? Это две или одна, я не пойму. Это просто одна коробка? Это одна коробка такая здоровая. Причем такая обычная, как будто упаковочная, да? Немножко замята. Да, это Ксеносага не влазила, они ее сплюснули немножко. Final Fantasy 7 Advent Children. Все, добрались до коробки. Как ноутбук, как будто там лежит внутри. Там вот. Такая вот коробушка. Сейчас. Кирилл нам будет завидовать. У него такой, может, и нету. Сомневаюсь, может, что... А может, и есть. Нету. Скорее всего, есть. Кожаная коробка. Ну, как бы кожаная. Барабанная дробь. Так, это книга. Книга. Полная иероглифов. Пиво. Или что там такое в банке? Просто банка. Не просто банка. Открывается. Там лежит бейсболка. Вау. Вот, мерить не будем, просто вот так покажем. С орнаментом. Бейсболки, ребят, надо в банках, оказывается, хранить. Желательно в трехлитровых. Диск. О, диск классный. Спешл диск. А это? Что-то зажигалка или брелок? Брелок. Медальончик. Номерной. Все семерки. Счастливый номер. Мне когда-то геймбой попался, там все единичка, потом 8 семерок и в конце опять единичка. Вот такой серийный номер был. Кому-то достался розовенький. Коробка. Как ее открыть, чтобы не рассыпалась? Там человек в виде фигурки. Да, коробку надо будет подшаманить. А тут мотоцикл. Тяжеленький такой. Без наездника. Наездник отдельно вон. Наездник вон. Вот. Такая штуковина. Интересная. Такая объемистая.
Сейчас мы все сложим. Так, с фигурками разобрались. Давай. Поехали дальше. Уже полгода прошло, уже забыл, что заказывал. Да. Это как будто ты в зимней куртке 100 рублей нашел. Симпатичный сундучок от фирмы Хори для свеча. Как они? Джейконы. Покемонские. Там документы, здесь провода, вот они, вот такие симпатичные. Красивые, конечно. Красивые. Коробочка такая с закругленными краями. Вита синяя. Слимка? Слимка. Ну, тут все, зарядник. Немножечко протереть надо. Не побитая, но протереть надо. Пленочку. А, протереть. Тут пленочку снять просто и новую наклеить. Так, еще один чемоданчик. А, этот я выиграл, а потом мне попался в коробке. И я тот в коробке еще. Не открывается никак. О. Тут с приводом и с консолью все вместе. Вот полный комплектик. Только джойстик еще нужен. Ну, джойстики есть. Оно напоминает мне, как Mega CD примерно у Sega. Так же и здесь. Ну, смысл тот же. Да. Nintendo 3DS, LL, XL. Такая уже у нас была сегодня. Была серая, а это синяя. Так, это что так? А, это кейсик для хранения картриджей от Famicom. У нас был когда-то такой желтый. И меня один товарищ из Эстонии просил забронировать. Я его забронировал, а с полки не убрал. И ушел домой. На следующий день меня на работе не было и продали. И я виноват перед этим товарищем из Эстонии. Вот я ему заказал следующий. Свяжусь с ним. Если ему нужен, то перешлю. А ты можешь его открыть? Как он внутри там выглядит? Тут, по-моему, на 16 картриджей. То есть внутрь укладываются картриджи. Да, просто картриджи и все, больше ничего. Да, и ты взял чемоданчик с приставкой, чемоданчик с картриджами и пошел в гости. Ну да.
Можно? Наигрался, уложил, лег спать, под подушку положил, чемоданчик, чтобы никто не увел. Лег спать, лежишь и смотришь на него. Да, чтобы они снились тебе. Так, это Nintendo 3DS, так называемая FAT-версия. Хотя вот здесь парадокс, да, FAT-ка, но она маленькая, меньше, чем вот та. Глянцевая, блестит. Бывает красный металлик, бывает красный глянцевый металлик, бывает красный другой металлик. Не знаю, как обозвать точно. Так, а другая? А другая черная. Вот черная. Черная сохранилась похуже. Пуговка под замену. А включится? Включится. Так, куча дисков. Все, ребята, у вас в сторону. Здесь диски. Это для PC Engine. Диски. Far East of Eden. Что-то про Дальний Восток. Маньяк Pro Wrestling. Это Hookart. Это картриджи такие для PC Engine. Немножко банковские напоминают. Это в крокет играют, ребята. Название вот такое. Так, Human Sports на диске. Это бейсбол на картридже. Ну, картридж там. Еще один бейсбол. Вот это редкая вещь. Dragon Spirit. Еще один. Это был на Денди такой же картридж. Настолько редкий, что два пришло. Ну, да. Это, видимо, какой-то магазин закрывался, потому что это распродавали остатки. Потому что состояние-то хорошее. Диски, ну, да. Квестик какой-то. Опять Форест, видишь? Legend of Heroes 2. Это тенокой банк. Это как бы база данных для сохранения. База для сохранения всяких данных резервных. Тенокой — это есть вот такая штука для PC Engine. На нее насаживается и создаются резервные копии. Еще один 3x3 айс, не знаю, что такое. Ой, и у них Никетсу был футбол, этого как гол 3 на Денди, такая же игра. Боксинг новый. Это Пуэ-Пуэ, тетрис подобная игрушка для любителей головоломок. Да. Так, какие-то книги. Так, книга, это по роботам. Вот игра. Super Robot Wars, по-моему, называется. А это книга «Стратегия беспроигрышной борьбы». Вот, как играть, чтобы все время выигрывать. Финалка восьмая. Так, опять эти роботы. Другая часть.
Resident 3, Clock Tower 2 и книга по восьмой финалке. Что-то можно так много читать. Играешь, играешь. Так, дальше. Еще диски. Так, здесь на 3D Fireball. Не видел такую игру. Это что-то наподобие пинбола. Golden Axe. А, Golden Axe был на Sega, а здесь Golden Axe на PC Engine, на CD-ROM. Такой вот. F1 Circus картридж. На чем? На дисках. Да, то не было, не было, вот сразу много. Legend of Xanadu. Total Eclipse на 3DO. Леталочка. Так, PC Engine. Это Mahjong на раздевание, что ли? Не знаю. Еще для PC Engine картриджи Momotaro Densetsu, тут не знаю какая. Еще немножко. Батюшки, на PCFX диск даже. Вот чего у нас никогда не было, это PCFX. Что же за... А это приставка такая была, тоже нековская, как PC Engine. Вот они решили создать еще одну приставку на дисках, но она полностью провалилась. Это от PC Engine. Space Adventure. Hookart, это картридж. Не знаю, название непонятное. Spin Pair. Так. Graduation. Jurassic Park для 3DO. Так. Deathbringer. Так. Legend of Xanadu уже была. Продолжение, наверное. Тема парк для 3DO. Это, ну, стратегия, где строить парк. Угу. Так, этот уже был у нас тоже. Motto Roader 2. Интересная такая машинка, красивая, да? Сзади плохо, что скриншотов нет. Праздник для любителей PC Engine. Да уж. Что ты думаешь здесь? Я уже вспомнил. Вот забыл про них совершенно. А это чемоданы. Опять чемоданы для Super Famicom. Немножко другой формы. Тоже вот с таким лотком. Такое впечатление, что они новые. А еще тебе повезло такой лот урвать. Достанем для... Нет, немножко потертости есть, но, по крайней мере, в очень хорошем состоянии, не знаю. Посылка габаритная, но легкая, да? Да. В этом плане, конечно, удобно. Да, выгодно, потому что платится за вес в основном. Так, 3, 4. 4 чемодана, 4 перфоратора. Нет, можно не только перфоратор. Смотри, тут и лобзик, тут и болгарка, и дрель. Тут это нормально. Весь инструмент можно положить. Все. Финальная коробка с этого груза. Большого.
16-я коробка в итоге. Ага. Опять чемодан. Вот так. Такое совпадение. Ну уж этот-то хоть не пустой, я надеюсь. Это не пустой. Еще и карточки есть. Super Mario World. Еще один. А это Super Mario. А, это Super Mario All Stars. Вот, вот что это. Здесь сам Super Famicom. Такой фельдеперсовый кабель. Смотри, какой разноцветный. Хори. Блок питания и два джойстика. Ничего не пожелтевшее. Красиво выглядит. И кто-то любезно пузырьку внутрь положил. Ну, видимо, оно, чтобы не бултыхалось. Молодцы. Респект. Ответственный продавец. Бесформенно мягкая. Ага, вот обещанные контроллеры для АВ Фомикома, в народе называемые собачья кость. Картридж для Сеги какой-то. А, Макаймура или Ghost and Goblins. Без книжки, к сожалению, но зато с картриджем. О. Вот, от Хори для Nintendo 64 джойстик. Он более маленький, более удобный. Человек у нас недавно купил Nintendo 64 и как раз просил такой джойстик. У меня такой, вот. Только желтый. Вот, для Вадима это вот джойстик будет. Хорошая штучка. Да, удобно? Да, классно. Смотри, у меня еще один желтый. Как будто что-то вытекло. Непонятно. Ладно, включим, попробуем. О, Сань, привет. Да, нарядные. Для Фомикома картридж из серии Ниндзя и Ямару. Magical Toruru Takun 2. Вот как называется. Это Adventure Island 2. Остров приключений. Зоиц. Зоиц. По-моему, леталка космическая. Забыл. Вот этот вижу в первый раз. Вот тебе вот этот слоник ничего не напоминает? Ну, немножко похож на слоника Дэнди. Мы с него ли срисовали? Так. Геродин или Джеродайн, как правильно? Смотря на каком языке читать. И Space Invaders
убивать маленькие кораблики. Далее Супер Фомиком. Тыбдым. Нет, не новый, резиночки. Просто в пакетики положили, и как будто бы новый. Нет. Ну, выглядит как новый. Ну, выглядит здорово. Выглядит просто супер. Так, ножки потекли. Вот от контакта с пенопластом ножки у Sega Mega Drive то же самое. Берут и утекают просто. Потом спиртиком оттираешь, а их уже там почти нет. Ну, а так все здорово. Супер Фомиком — это японский аналог нашего любимого SNES-а, Супер Нинтендо. Так, ну здесь Sega Mega Drive обычная, да? У меня тут сейчас уже делить их надо. У меня между всеми заказчиками как-то их надо разделить. У тебя предзаказы на них? Да. Некоторые предоплаченные даже. Полгода люди проплатили и полгода ждали. Некоторые проплатили в процессе уже, пока оно ехало. Самое забавное, что в комментариях вот к таким роликам пишут, кому она нужна, а с другой стороны люди дерутся за то, чтобы ее купить первее. Это, ну, как бы лимитка, это суперобложка такая. А внутри, ну, обычная, как бы. Класс. Приставка. Ну, тут немножко ветхая уже такая, а внутри вроде нормальная. Так, суперобложку достали. Так, теперь вот здесь. И вот, вот этот картридж, который вот, вот на этой суперобложке, вот он здесь, там и лежит. Первый раз в комплекте картридж вижу. Пуя-пуя в данном случае. А бывает Sonic 3. Была еще лимитка по Virtua Racing, но там картонная упаковка. Вот не такая вот яичная, а прям картонная коробка, как вот от китайской Sega какой-нибудь. И там вот этот большой картридж лежал. Ну, хорошая приставка. Там кабель АВ-шный. Тут картридж. Что-то наклеено, наверное, не для продажи отдельно, наверное. Так. Так. Ну и что тут? Еще одна такая же. Лимитка. Лимитка. С той же самой игрой. Угу. Вторым этажом. Так, здесь мы не откроем. Вот здесь мы откроем. Тут сама консоль немножко получше, но зато нет картриджа. Так что эту суперобложку, которая получше, вот сюда вот переставим, где картридж есть. Как-то так, наверное, да? Логично. Ну вот.